Одна из главных задач исторического образования – это не только объективное изложение происходивших событий и фактов, но и воспитание чувства любви к своей родине, гордости культурными достижениями и осознание своего долга перед Отечеством. В Одинцовском историко-краеведческом музее большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Не случайно на его базе решено проводить уроки мужества и интерактивные экскурсии для учеников одинцовских школ. Цель сегодняшнего занятия, кроме знакомства с музеем, показать вам наши возможности. Вот. И если мы говорим о конечной цели нашего сотрудничества, во-первых, это сотрудничество наладить, начиная с сегодняшнего дня, в более широком масштабе, чем до сегодняшнего дня, вот. С тем, чтобы нам выйти на реализацию одной из идей, концепции нашего музея, это создание на базе музея открытого педагогического пространства. Как считают участники семинара, основная образовательная функция – это передача знаний музейными средствами от поколения к поколению, хранение и распространение национальной культуры. Историко-краеведческая среда музея помогает человеку обрести нравственность и является прежде всего элементом открытой педагогической системы. Акцент будет сделан вот в этой обзорной экскурсии, нашей прогулки такой своеобразной, именно на то, чтобы показать вам возможности. Как вы можете в своей работе нашу площадку применять в разных направлениях. После вступительного слова Антон Кузнецов провел экскурсию и рассказал учителям о каждом экспонате. Некоторые из них интерактивны – зенитная пушка времен войны и вертолет Ми-24. Представителям из 17 школ также был показан бункер, в котором по-настоящему можно отправиться в прошлое, в годы Великой Отечественной войны. Сотрудничество музея и одинцовских городских школ – одно из важнейших направлений в учебно-воспитательном процессе, для совершенствования которого будут привлекаться также ветеранские и творческие организации. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».